тепло встречали ленинградцы партийно-правительственную делегацию Венгерской Народной Республики во главе с Янашем Кадером, первым секретарем ЦК Венгерской Социалистической Рабочей Партии. Вместе с венгерскими товарищами в Ленинград прибыли член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов и другие официальные лица. Бессмертный подвиг героических защитников Ленинграда живет в сердцах трудящихся всего мира. Венгерские друзья возложили венки к подножию монумента Матери Родины на Пискаревском мемориальном кладбище. Словами приветствий, горячими аплодисментами встретил партийно-правительственную делегацию Венгерской Народной Республики коллектив прославленного объединения «Кировский завод». На митинге советско-венгерской дружбы выступили кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Романов, токарь объединения «Кировский завод», герой социалистического труда товарищ Воробьев, заведующая лабораторией объединения Светлана, кандидат технических наук товарищ Кузнецова. Первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии товарищ Янош Кадер, выступая перед кировцами, сказал: «Венгерский народ в едином строю, плечом к плечу с братским советским народом, борется за наши великие общие цели». Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ Суслов, говорил в своей речи о крепнущих всесторонних связях и сотрудничестве между Советским Союзом и Венгерской Народной Республикой. Митинг в объединении «Кировский завод» явился яркой демонстрацией нерушимой братской дружбы советского и венгерского народа. Венгерская партийно-правительственная делегация побывала в Разливе, посетила крейсер «Аврора». Единство и сплоченность советского и венгерского народов – яркое свидетельство торжества идей ленинизма.